They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Нина Тамбл, я могла тебя раздавить. Ха, ничего подобного. Нам есть чему поучиться у маленького мира у нас под ногами. Учиться? Нет уж, нам лучше поторопиться. Не то мы пропустим экскурсию на поле чудес. Точненько. Обожаю экскурсии. Тогда я наверх. Да, на перегонки. Что происходит? Наша экскурсия отменилась. Как жаль, мне так хотелось повидать новые места. Если бы все могли уменьшиться и увидеть школу, как вижу ее я. Похоже, что наша экскурсия все-таки состоится. Рейвен как раз нашла волшебный камень своей мамы, который уменьшает любого, кто к нему прикоснется. Здорово! Скорее все за мной. Сейчас я покажу вам свою школу Ever After. Ух ты! Чудный день! Постой, а как же нам снова стать большими? Надо еще раз коснуться камушка. Ой! Как мы его достанем? Это проще простого. Я могу становиться большой и маленькой, когда... хочу. Конечно! Я коснулась камня, когда была большой, так что теперь я могу только уменьшаться. Что? О, так вы испугались Раскала. Я всегда ношу с собой рыбок для него. Он их обожает. Ну-ка, Раскал, достань камушек. Этот амулет слишком непредсказуем. Я его выброшу. У, красивая блестяшка.